Преображенские и Семеновские полки принимают пополнение из Тверской области. В эту пятницу, 8 июля, из региональной столицы отправилось 25 призывников. Служба в этих полках всегда считалась одной из самых почетных. Необходимо соответствовать целому ряду критериев, по которым выбираются самые лучшие из новобранцев. Подробности у Натальи Чекет. Честь служить в Преображенском полку выпадает не каждому призывнику. Сюда отбирают самых лучших. Кандидат должен обладать высоким ростом, отличной физической подготовкой, не иметь вредных привычек и быть законопослушным. Кроме того, претендовать на место в полку может только юноша из благополучной семьи. Преображенский полк – та часть, которая выставляет почетный караул. Основная задача – это встреча иностранных делегаций, отдание ритуальных почестей и все остальные военно-патриотические мероприятия, которые проходят в Москве, Московской области. Официальное звание военнослужащего ребята получат лишь через месяц после присяги. Тогда они станут лицом вооруженных сил России, будут встречать иностранные делегации, участвовать в парадах. Эти 7 ребят прошли по всем параметрам и были отобраны военным комиссариатом. Была радость, что буду служить в таких войсках элитных. Хотелось бы участвовать, как и все, на Красной площади маршем. С направлением на службу в элитное подразделение призывников поздравил губернатор Тверской области, который направил приветственный адрес. Сегодня призывники Тверской области отправляются на службу в отдельный батальон почетного караула управления военного коменданта города Москвы. На протяжении многих десятилетий эта войсковая часть символизирует ратную славу нашего Отечества. Мы гордимся тем, что в отдельном батальоне из года в год проходят службу лучшие представители молодого поколения из Тверской области. Также 18 молодых людей из Верхневолжья отправились на службу в Семеновский полк. Теперь их ждет 12 месяцев службы в Москве.